Всех приветствую на своем канале. Сегодня пробуем очередной бич-пакет. Я их пробую, конечно, неспроста. Дело в том, что я очень часто и много хожу в лес с тачевками. И чтобы не таскать с собой тяжелые консервы, говядину, я решил что-нибудь такое вот взять, брать с собой. Такие легенькие коробочки, чтобы можно было дальше уйти. И потом не таскать обратно мусор. Нести с собой эти консервные банки пустые. Там нельзя выкидывать. Ну, вот сегодня у нас такой ризотто с грибами. На картинке мы видим рис, морковь, ну, какие-то овощи. Не знаю, что там такое находится. Сейчас откроем, посмотрим. Ну, это обычный рыбий пакет, который заварим кипятком и ждем. Тут написано 5 минут. Он стоит довольно-таки дорого. По своей ценовой категории 30. 85 рублей. О, внутри мы видим рис. Вот рис реально как натуральный. Пахнет он. Пахнет грибами. Петя, иди понюхай. Вкусно пахнет. Грибами вкусными. Кстати, запах очень вкусный и приятный. Сейчас я залью кипятком его. Подождем минут 5-10 и будем пробовать. Тут, кстати, написано, что 100% натуральные грибы. Что ж, узнаем. Да, Петя? Что? Может, пойдем паблик поднимаем? Ну вот, время прошло. Открываем нашу бодягу. Что мы видим? Мы видим вот такую кашу. С такими пряностями, вкусняшками. Запаха не чувствуется совсем. Мам, иди попробуй. Сейчас попробуй. Горячая. Ну как? Так, она сказала что-то. Не понял, что сказала. Иди попробуй. Ну, в принципе, нормально. Попробуйте, это рис. Сейчас второму ребенку попробую дать. Хочу. Так. Ну, в принципе, вишня плохая. Некоторым нравится, некоторым не нравится. Ну, чувствуется, что здесь. Овощи. Грибов вообще незаметно. Ну, на этого не стоит, конечно. Забыла супруга, ругается. Ну вот рис в таком виде не очень, конечно. Потому что он какой-то еще суховатый. У тебя воды много там. Видишь, просто безвкусное. Другой раз попробуем плов взять. Есть плов даже такой сухой. Посмотрим, что он тебе из себя представляет. Ну, я еще планирую взять самый дешевый бич-пакет за 10 рублей. У него посмотреть. Угу. В принципе, удобно. Не та ценовая категория. 75 рублей. Ну, в принципе, сытно. Кто знает. Такое спонтанное решение. Особенно, если сюда покрошить сосисок, например, забодяжить сосисками, то вообще будет неплохо. Вообще нора пойдет. А, тем, как прощаться, скажу, что такую вещь я не то, что не рекомендую. И не говорю, что не надо брать. Конечно, любителя. Ну, съедобно, с одной стороны, с другой стороны. Не знаю, я уже запутался. Думайте сами, решайте сами.
Тройка. Твердая тройка. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь.